Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Расписание аэроэкспресса Внуково – Киевский вокзал изменено в ночь с 15 по 16 ноября. Как сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс», изменения связаны с плановыми ремонтными работами на железной дороге. Так отменены будут аэроэкспрессы, идущие из Киевского вокзала в 23.00, 00.01, 6.00, 7.00 и 8.00, и из аэропорта Внуково в такое же время. В сообщении отмечается, что утром 16 ноября также может измениться время прибытия и отправления одного из аэроэкспрессов. Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием поездов перед поездкой. На этом пока все. Еще больше новостей ищите на сайте mymsk.online. До скорого!